Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы поговорим о той теме, которая интересует всех вас больше всего, и которая до сих пор у нас была практически засекреченной. Поэтому сегодня мы впервые представляем публике нашего самого секретного сотрудника, можно даже сказать, бойца невидимого фронта. Здравствуйте, Сергей Владимирович, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Артюшевский Сергей Владимирович, главный конструктор высокоскоростного транспортного комплекса. Понятно, что мы с вами не можем показать, как идет производство, а оно уже вовсю идет, и обсуждать какие-то конструктивные особенности. Тем не менее, все-таки расскажите в двух словах, в чем особенность этого комплекса и, в общем-то, для чего он нужен? Вдруг кому-то непонятно. Может быть, достаточно ездить со скоростями 60 км в час, как в городе, или 90 за городом? Люди спокон веков стремились как можно быстрее преодолевать расстояние. Но тут смысл был именно не в скорости, а во времени, которое потрачено на это перемещение. Время и ресурсы, ну, в данном случае деньги. И мы стремимся людям принести не столько скорость, чтобы люди получили адреналин, а наоборот сблизить людей, которые размещены на дальних расстояниях, чтобы они тратили на это минимум времени и минимум денег. В этом и смысл, чтобы найти середину, баланс между скоростью, потраченным временем, и стоимостью. То есть оптимальное соотношение качества-цена продукта? Абсолютно верно. Спасибо. А как будет себя человек чувствовать на таких скоростях огромных? Расскажите, пожалуйста. Комфорт будет великолепен. Это считается, как вы сидите дома на диване, попиваете чай, кофе, смотрите телевизор. Здесь важно не скорость, с которой перемещается человек, а ускорение, с которыми он набирает эту скорость, и ускорение, с которыми он останавливается во время торможения. Если это ускорение резкое, вжимает тебя туда, человек чувствует дискомфорт, у него идет нагрузка повышенная на внутренние органы, сердце, мозг и прочее. А если все идет плавно, то он может даже не заметить, что транспорт тронулся с места. Говоря о комфорте, необходимо заострить внимание также и на путевой структуре, потому что она является одним из неотъемлемых факторов обеспечения этого самого комфорта. Разрешите, я изображу? Любой транспорт, наезжая колесом на дорогу, делает прогиб. То же самое происходит и на нашей фирменной путевой структуре. Но если прогиб вертикальный, то транспорт, нажимая на путевую структуру, выравнивает ее. И фактически мы едем всегда по идеально ровному рельсу. Если изобразить в глобальных масштабах, обычно все представляют, что выглядит вот так, путевая. Ну, это понятно, масштабировано. Но в нашем случае опоры находятся не в этих местах, а вот в этих, в нижних точках. И фактически транспорт, наезжая колесом, выравнивает нашу путевую, и мы в любой момент времени движемся по идеально ровному рельсу. Хотелось бы, чтобы вы рассказали также о том, как мы выглядим по сравнению с конкурентами, поскольку явно не мы одни занимаемся перспективными разработками. Но наш проект разительно отличается перед конкурентами проработкой, в первую очередь, реализуемостью, экологичностью, безопасностью проекта нашего.
Безопасности, да, это ключевой момент, на котором мы и сосредоточены в первую очередь, потому что это даже важнее комфорта, это важнее скорости в данном случае. Также надо заострить внимание на том, что наши конкуренты находятся еще на стадии проектирования, в то время как у нас уже есть действующие проекты в экотехнопарке. Хотелось бы узнать о назначении транспорта. Данный именно транспорт наш рассчитан на перевозку небольшой семьи, можно сказать, из 6 человек, плюс багаж. Он не рассчитан на перевозку больше 2-3 часов. Пассажиры могут между собой договориться, в любом месте остановиться, выйти, отдохнуть, подышать воздухом. Ну, на такой скорости за 2-3 часа можно полземли обогнать. Да, на это и рассчитано. А теперь расскажите, пожалуйста, о каких-то эксплуатационных характеристиках. Сам транспорт рассчитан на скорости 500 км в час. Он будет испытываться на этих скоростях, но эксплуатироваться мы рекомендуем все-таки более низкую скорость. И мы считаем, средняя скорость – это с учетом разгона, движения, торможения. В момент разгона и торможения, понятно, скорость ниже у нас, но потенциал у транспорта намного больше. Спасибо. Насчет пассажировместимости вы уже намекнули, но, может, все-таки назовете какие-то цифры, также энергопотребление и так далее. Это ориентировочно при скорости 450 км в час, средней скорости, около 8 литров, скажем так. Не будем пока более точную информацию указывать. Но здесь надо понимать, что... 8 литров – это на модуль? 8 литров – это на 100 километров, как идет расчет расхода и у автомобильного транспорта. На этой скорости это великолепно, слушайте, серьезно. На этой скорости это, насколько я понимаю, это рекорды. Какие перспективы у высокоскоростных перевозок и каковы ваши ближайшие планы на будущее? Ближайшие перспективы – это представить мировой общественности наш высокоскоростной транспорт на выставке «Иннотранс». Если в более глобальных масштабах смотреть, то мы планируем опутать всю Землю нашими высокоскоростными линиями. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и чем скорее, тем лучше. Строй Skyway! Спасай планету!